Ну и, конечно, британские СМИ не молчат сегодня. Давайте посмотрим, о чем пишут на Туманном Альбионе. Итак, Daily Star с места в карьер. Говорят, что это русские болельщики накинулись на объединенную группировку, а попросту говоря, большую пьянку англичан и балийцев. Три болельщика с российскими паспортами просто подошли и сказали, что те песни, которые распевают англичане, оскорбляют Россию. Ну и в ответ полетели бутылки. Ну, видимо, словесное нападение имели в виду журналисты Daily Star, а бутылка — это так, звон стекла. Русская рулетка. Интересный заголовок на обложке Star Sport. Пишут о штрафе нашей команды, но надо отдать должное, признают, что играла наша сборная неплохо и 1-1 вполне заслуженно. Спортивное приложение Daily Express громко заявляет: Россия на краю. Вновь вспоминает тот штраф и условную дисквалификацию. Фото болельщика с надписью «Русские не сдаются» уже стало своеобразным символом последних дней. Да, не думаем сдаваться мы, болельщики. Ну а теперь слово за футболистами.